Приветствую вас, так в чем, собственно, вопрос-то ваш, аноним? Вы бы как-то его сформулировали бы, что ли? А то историю рассказали, своими переживаниями поделились, а какой помощи хотите, не совсем. Не совсем понятно, вот, поэтому давайте как-то вот постараемся выяснить, что вы хотите, потому что если вы, допустим, согласны со своим мужчиной в том, что проблема у вас в голове, то, ну, нужно, наверное, с этим что-то делать, да, нужно, наверное, как-то это корректировать, вот, иначе отношения совсем можете разрушить, вот, если вы не согласны, например, со своим молодым человеком, допустим, если вы не согласны с ним, вот, то это уже немножко другой момент, это уже немножко другой аспект, да, нужно смотреть, чего вы хотите. Вот. А пока то, что я увидел в вашем тексте, это то, что вам хочется быть услышанной. Но у вас как будто бы этого не получается сделать. Вот, как будто бы у вас не получается быть услышанной. И вы пытаетесь вроде бы сделать так, чтобы вот вас услышали, но в итоге вас не слышат. Вот, о чем, собственно, вы сами говорите. Вот. Здесь уместно задать вопрос, как получается вам так, что вам нужно, чтобы вас услышали. То есть как вы по факту к этому приходите. Вот. К тому, что вам вот нужно, чтобы вас услышали. Вот. Это первое. Второй момент это чувство вины, которое у вас очевидно есть, с ним тоже нужно поработать, потому что это не в коем случае не помогает как-либо отношениям в принципе. Вот. Третье это то, что вроде бы вы говорите, что изменились, ну, по крайней мере, как я понял, исходя из вашего текста, вроде бы вы хотели сказать, что вы изменились, но при этом как-то вот выясняется, что вы по-прежнему пишете большие тексты, да, несмотря на то, что мужчина ваш просит вас этого не делать, и как бы не очень понятно, вы говорите, что он не хочет с вами жить, потому что боится, что будут продолжаться ссоры и конфликты, но то, что вы делаете, вроде как демонстрирует то, что он прав, ведь вы продолжаете действовать таким образом, и, в общем-то, не очень понятно просто, какая у вас стратегия, то есть, на что вы рассчитываете здесь, вот, чего вы ожидаете. Дальше, вы говорите, что сложно понять друг друга, это правда, но мне кажется, что вам нужно обратить больше внимания на то, чтобы
постараться понять себя, а не его. То есть мне вот кажется, ну, мне кажется, такой момент более важным здесь, потому что вряд ли мы можем полностью понять другого человека, ну вот то, что мы действительно можем, то, что мы на самом деле можем, это мы можем понять как раз себя. Поэтому вам нужно здесь обратить свое внимание, как мне кажется, именно на это, именно на то, чтобы постараться понять себя и разобраться вот в первую очередь в себе. И уже потом уже из этого исходить, потом уже исходя из этого, да, можно было бы вам предпринимать какие-то действия, предпринимать какие-то шаги, вот, в отношениях, и учиться их выстраивать несколько иначе, вот, вероятно, не так, как вы это делаете сейчас, вот, что логично. Также мне кажется, что у вас есть определенный страх, определенные страхи, мне кажется, у вас есть, например, там, допустим, потерять отношения, вот, потерять мужчину, может быть, остаться одной без него, например. Вот, мне кажется, что такое более чем реально, и на это тоже нужно обратить внимание, потому что это, как мне кажется, существенно влияет на ваше поведение с ним, существенно влияет на ваше поведение с мужчиной, на линию вашего поведения с ним. Вот, что, на мой взгляд, неприемлемо, потому что мешает вам быть собой, мешает вам проявлять себя. Вы говорите, что вы себя не слышали, вы говорите, что вы не слышали свое сердце, слышали других, в частности, своих родителей. Вот, мне кажется, что это неуверенность в себе. Вот, судя по тому, что вы пишете, ваша неуверенность в себе особо никуда не делать. По крайней мере, я не увидел того, чтобы она изменилась. Я не увидел того, что она, ну, как-то претерпела изменения, вот, потому что вот, вроде вы говорите, что какие-то вещи вы осознаете, но то, что вы продолжаете человек писать большие тексты, будучи на расстоянии, да, это вот как бы говорит о том, что вам своя жизнь, вам ваша жизнь не особо интересна, вся ваша энергия, она как бы вот нацелена, да, на человека, вот, нацелена на мужчину, и, соответственно, вы как бы вот на этом фиксируетесь, вот. А, ну, к сожалению, ничего хорошего в этом для вас нет, вот. Поэтому здесь я могу вам ответить только таким образом, примерно. Поэтому, значит, сформулируйте свой вопрос, пожалуйста. Вот. Сформулируйте свой запрос, пожалуйста.
чего вы хотите, и будем в этом направлении работать. Для чего вам нужно будет, конечно, выбрать специалиста и с ним двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.